Всем привет. В общем, сегодня подъехал в деревню. Хочу снять некоторые детали с машины, точнее колеса менять, поставить обычные, снять white wall, снять музыку, ну и по мелочи. Вот пока она в таком состоянии. Вот колеса взял обычные, зимняя резина. Состояние не очень хорошее, но пойдет. Также вон снять надо музыку. Ну и по мелочи. Может подешевле она уйдет быстрее. За 55, за 50 никто не хочет брать. Вот, короче, месяц уже, больше месяца стоит на Авито. Может уйдет подешевле. Так, ну вот ставлю резину. Правда она разная, но какая есть. Это более-менее вот эта кама 205, а та уже зимняя. Ну а эти white wall сниму и колеса сниму. Колеса продам отдельно. Они все одинаковые, там, так сказать, комплект. А поставлю разные назад. Зимнюю поставлю, а спереди летнюю. Также забираю колпаки. Так, поменял одно колесо. В общем, колпаки тоже отдельно буду продавать, потому что я их отдельно покупал за 2000 рублей. Кому надо, пускай покупает с колпаками. Даже крепление вот здесь вот такое сделал. Так, теперь снимаем туманку. Нафиг она здесь не нужна. А сейчас здесь откручу все. Здесь как грязно. Кстати, бампер вот начал немного ржаветь. Чуть-чуть. Так, ну вот туманка снята. Жалко, что она одна. Я бы на москвич поставил бы пару. Вот это отверстие надо будет чем-то заткнуть. Так, сейчас буду снимать музыку. Какая-никакая, новая. И два динамика. Также вот поставил вот эти простые. Колпаки поставил, но колпаки тоже не даю отдельно. 2000 за них прошу, потому что я их покупал отдельно. Колеса я снял. Колеса я оцениваю в 5000 рублей. Это идут white wall идут. Это, в общем, white wall и резина с дисками. А так вот white wall отдельно продаю. Резину я покупал за 3500. И white wall я покупал за 2000 рублей. Если кому надо, обращайтесь. Колеса нормальные, ровные. Пишите, договоримся. В общем, все, пролетело 2 часа. Вот смотрите, что я смог снять. Вот все, что я снял в шестерке, то, что можно продать. Колеса снял 4 штуки с white wall'ами. На будущий проект их оставлю. Поставил другие колеса. Аккумулятор снял, потому что новый. Если будет покупать, на 3000 дороже. Не знаю, может, у кого свой аккумулятор есть. Но я, короче, снял. Потому что у меня москвич без аккумулятора. Снял бесконтактное зажигание. Даже от нее коробка сохранилась. Брал за 2500. Сейчас посмотрел. В этом году уже стоит 3000 рублей. Оно новое. Буквально на нем 400 километров проехал. Состояние идеально. Все новое. Тоже пригодится. Может, нам белую шестерку поставить. Снял туманку. Тоже пригодится. Снял колпаки. Ну, пока там 3 колпака оставил. Это я просто для наглядности оставил. Колпаки тоже. Если кто хочет покупать, с колпаками на 2000 дороже. Потому что я их покупал отдельно от машины. Они в комплекте не шли. Также снял антенну. Оставлю на другой проект, на тройку. Может, ну или
продам кому-нибудь. Тоже такая ценная вещь. Почему снял? Потому что на машине ее не было. Поставлю обычную заглушку. Снял канатки, тоже пригодятся. Поставил стоковые там шильдики. Снял музыку. От нее коробка все есть, документы. Музыка хорошая, новая. Тоже почти не пользовались. Съемная панель, флешка. Машину можно купить и без музыки, и покупателю будет дешевле. Также снял динамики. Пару штук. Коробка все имеется, 150 ватт. Фирма. Состояние новое. Музыку я оставлю на белую шоху. Пригодится, у меня там музыки нет. И динамики тоже оставлю. Колпаки тоже оставлю на белую шоху, пригодятся. Канатки, не знаю, может, тоже какой-нибудь на проект оставлю. Бесконтактное зажигание тоже на белую шестерку оставлю. Колеса, не знаю, вайтволы, может, сниму. Колеса продам, а вайтволы себе оставлю. Так, ну что еще? А, и снял коврики тоже. Коврики покупал за 800 или 900 рублей. Тоже снял, кому надо, сами купят. Уже снял часы. Это часы не родные, стройки. Там поставил родные часы в салон. В общем, так посчитал. Примерно где-то 15-16 тысяч вот здесь вот. Вот в этой куче у меня ушло. То вот машина стоила полтинник. Ну, 55 стояла. Если покупатель бы торговался, я бы на бензин бы скинул. Ну, за полтинник бы отдал. Вот она сейчас в таком состоянии. Почти сток. Бампера, конечно, у меня новые стоят, новодельные я покупал. Вот такие колеса поставил. Ну, доехать можно на этих колесах. Сзади зимние, впереди летние. Так, по салону что у нас? Ну, вот видите, музыки нету. Здесь все стандартно. Коробка четырехступка. Завтра пропылесосил салон. Поставил часы, которые здесь стояли до этого. Видите, надо здесь заглушку сделать. Антенну снял. Поставил назад катафот сюда с подсветкой. Здесь поставил родной шильдик Лада. Правда, он один у меня. Теперь вот такие вот дыры здесь стали. Ну, они здесь и были. Антенну убрал. Заглушку завтра сделаю. Так, вот, кстати, глушитель новый, видите? Выхлоп. Тоже 800 рублей у меня ушло. Задний бампер новый. Я вам рассказываю, на что у меня деньги уходили. Ладно, вот молдинг один нашелся. Подписчик отправил, спасибо ему. Новое лобовое стекло. 1200 плюс резинка 800. 2 рубля у меня ушло на стекло. До этого стояло стекло, но оно было в царапинах. Так, вот поставил контактное зажигание старое, которое до этого стояло. Старого образца. С ним, конечно, плохо работает, но движок немного дергается. Бесконтактное лучше было. Да, я проверил. Это как будто троит он. Также снимаю оплетку. С ней, конечно, удобно ездить. Мне понравилось. Ну, при продаже, думаю, снять. Чтобы здесь более-менее в стоке было все. Вот это вот контактное зажигание не очень. Двигатель работает как-то неустойчиво. Когда ставил бесконтактное, которое я снял, вот с ним хорошо движок работал. А сейчас он как-то... Ну, может, я не настроил, там же зазор надо. Зазор контактов настраивать. А может, еще двигатель холодный.
сегодня все. Вот такой вот мини-ролик я вам сегодня показал, что я снял, чтобы машина ушла подешевле. Вы же хотели там, вы же там писали за 30, за 35, вот, пожалуйста. Ну, а если вам что-то не нравится, то можете сами докупить музыку, поставить коврики, у вас такая же сумма выйдет. В общем, на сегодня все. Всем удачи, всем пока.